Наградные медали и экипировки участников международных игр «Дети Азии» презентовали в Международном пресс-центре. Над созданием макета организаторы трудились более полугода. Медали выполнены в форме лотоса, который символизирует прошлое, настоящее и будущее. Экипировка тоже имеет свои особенности. Отличительные цвета волонтерской одежды – розовые и синие. Всего в играх будут задействованы 1000 волонтеров. Одежда судейского состава выполнена в желтом цвете. Считается, что он пробуждает в людях позитивное настроение. Ярко-синий и белый цвета использованы для костюмов факелоносцев, а форма оргкомитета – белая и темно-синяя. За пределами Якутии летние спортивные игры «Дети Азии» пройдут впервые. Напомним, с 27 июля по 8 августа Приморье принимает международные соревнования по 19 видам спорта. В них участвуют спортсмены от 13 до 16 лет из 13 государств. Будут разыграны 273 комплекта наград. Первые медали будут вручены уже завтра пловцам, а 30 июля и представительницам художественной гимнастики. Олег Завьялов, Екатерина Князева, новости на восьмом.